Соблюдение правил дорожного движения – тема особенно актуальная перед началом каникул. Заключительную учебную неделю этого года в школах посвятили не только елкам и выставлению оценок, но и профилактике безопасности на дороге. Важная составляющая безопасности на дороге – владение правилами дорожного движения. Об этом не устают напоминать в столичных ведомствах. И очень много внимания уделяется тому, чтобы провести безопасно самые длинные – это зимние новогодние каникулы. И накануне Нового года совместно Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Чувашской Республике на этой неделе мы запустили акцию по так называемому изучению правил дорожного движения. Акция называется «Я соблюдаю правила дорожного движения». Профилактические занятия прошли сегодня и в 37-й школе. В отряд юных инспекторов движения здесь принимают с первого класса. Обязательное условие приема – отличное знание ПДД. Хочу напомнить всем школьникам о правилах дорожного движения. Переходить на зеленый сигнал светофора, через пешеходный переход, смотреть по сторонам и не бегать по дороге. Старшие школьники охотно берут шефство над юными инспекторами. Наши ребята, старшеклассники, стараются заниматься с этими детьми, чтобы они могли принимать участие в олимпиадах по правилам дорожного движения. Такие светоотражатели вручили сегодня ребятам. Они позволят заметить ребенка, если на улице темно, что актуально для зимнего времени года и просто в пасмурную или дождливую погоду. Напомним, что в этом году зимние каникулы продлятся до 9 января. Управление ГИБДД по Чувашской Республике рекомендует родителям ежедневно напоминать детям о правилах дорожного движения и, в случае отсутствия, снабдить их светоотражателями элементами для одежды. Богдана Дойникова, Бахтияр Велиев, Республика.